Ну, про печальную штуку я тебе еще скажу. Про какую еще? Ребят, хорошее произведение искусства все плохо заканчивается. Это, как говорится, знак качества. Плохой конец, значит, ты написал хорошую драму. Короче, выставка костюмов Элвиса в Грейсленде. Ну, я это смотрел по Ютубу. Я, как говорится, вживую пока что там не был. Ну, в принципе, да, для меня Грейсленд это как место паломничества, да. Для меня это Мекка. Вот, ну, в общем, короче говоря, очень грустно. Костюмы стоят, а Элвиса нет. То есть это пустые костюмы без него. И вот это, как говорится, тебе обо всем абсолютно говорит. О том, что ты видишь, что ты не видишь. И да, я очень дотошный тип. Я очень все люблю осознавать, раскладывать по полочкам, мыслить в корень, детально. Ну и строго говоря, вот зачем я тебе все это показываю? То есть, собственно говоря, получается идеальный YouTube-канал это без изображения, просто голос. Так? Ну или вот, допустим, вот это все, что сейчас я показываю, я бы это не хотел показывать. Мне это все даром не уперлось. Ну и это плохо, с другой стороны. Потому что, как бы мне не хотелось Мариэл, но в Испании культура, в Испании идеи. Без Испании, без Италии, Франции, это будет лютый темный лес с людоедами.